Всем привет, ребята, меня зовут Алиандр, и добро пожаловать в игрушку под названием Warmania.io. Если ты любишь игры IO, обязательно поставь лайк. Ну а вот эти вот ребята попали в этот ролик, так как оставили больше всего комментариев. Если ты тоже хочешь попасть в следующее видео, просто пиши много комментов. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Warmania.io, и она очень похожа на Warmax либо Warmite. Есть у нас тоже здесь своего рода скины, но есть у нас здесь и небольшие такие преимущества перед Warmax'ом и Warmite'ом. Что же это такое, сейчас я вам расскажу. Итак, друзья, есть у нас 8 скинов, за которые мы будем с вами играть. Давайте мы с самого первенького вот такого начнем, вернее, с самого последнего. Какой-то у нас типа робот с глазами, давайте мы за него и поиграем. Итак, выбрали этот скин, и теперь можем начинать играть. Вот такой вот у нас, друзья мои, получается мир, и здесь вот мы с вами будем добывать себе еду. Нужно обратно же кушать вот эти вот шарики очень вкусные, но есть у нас здесь такое вот небольшое преимущество перед Вормаксом и Вормайтом, это то, что самый маленький червячок может уничтожить самого большого. Главное, чтобы он подсвечивался вот таким вот цветом радуги. Ой-ой-ой, меня только что врезался. Тут вот такой вот треугольничек, если вы видели, да, если вы заметили. Я его скушал. Это как раз-таки у нас называется, друзья мои, сейчас мы попробуем вот так вот съесть. Ого, ничего себе, скушал. Это у нас, друзья мои, называется ускорение. То есть, когда я его скушаю, я просто-напросто сам того не осозная, буду ускоряться. Поэтому, ребятки, чтобы такого не происходило, нужно не зажимать полностью кнопочку мыши. Ну, ничего страшного. Итак, друзья мои, есть здесь у нас тоже подсвечиваются иконочки всякие разные, с помощью которых мы и будем с вами активировать наши способности. Есть у нас здесь способность, вот такое вот сердечко, типа сердечко. Это у нас просто своего рода дополнительный масса нам будет подбрасываться. То есть от этого мы ничегошеньки с вами не поменяется у нас. Мы ничего не выиграем и ничегошеньки особо так вот мы не продвинемся. Дальше есть у нас здесь такой треугольничек такой, как я вам показывал. Это как раз-таки треугольничек, с помощью которого мы будем ускоряться. И есть у нас, друзья мои, вот такая вот штуковина. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, видите, друзья мои, он стал типа радугой. Это... такая звездочка подсвечивается, после того, как эту звездочку я буду кушать или кто-то другой, он может есть абсолютно все скины. То есть там без разницы. Вот я звездочку скушал, да, и теперь я могу есть вот все практически абсолютно все скины. Мне без разницы, друзья мои, кто это такие. Главное, что я звездочку съел, и теперь я могу врезаться в кого хочешь. Вот вы видели только что, да? Только что я, друзья мои, скушал очень многих червячков. Ну и, конечно же, сам врезался. Вот таких вот есть три необычных способности. Это вот, как я уже вам сказал, треугольничек вот такой вот. Он дает вам только массы, потом есть дополнительный. Не треугольничек, а такое сердечко. Он дает вам больше массы. Потом есть треугольничек, который дает вам ускорение, и потом есть такая звездочка, которая делает вас, друзья мои, можно сказать, самым-самым сильным. То есть вы никого не боитесь, и вас просто-напросто все, что вам нужно делать, это просто кушать других игроков. И все. Вот такая вот прикольная, крутая айо игруха. Давайте мы сегодня попробуем чуть-чуть еще прокачаться. Вон я вижу звездочку. Вот я звездочку взял, теперь я стою радугой в виде радуги. И теперь я могу всех абсолютно, друзья мои, всех кушать. Абсолютно всех могу кушать. Вот могу скушать, например, половинку червячка этого вот сильного, который был, да. Вот здесь вот мы с вами взяли теперь ускорение. Ускорение у нас теперь есть. Можем ускориться. Обратно же. О, ничего себе, он врезался. Врезался в кого-то. Возможно, даже в нас. Ничего себе. Круто, ребятки. Давайте мы еще кого-нибудь попробуем подрезать. Здесь вот тоже немножко необычно, когда вот ты набираешь массу, и какой-нибудь маленькое существо, маленький червячочек поедает эту звездочку, он просто-напросто тебя уничтожает. Вот как только что вы, друзья мои, все видели. Он съел звездочку и меня уничтожил. Давайте мы попробуем какой-нибудь другой еще взять вид, какого-нибудь другого себе червячка, и посмотрим, что он же делает. Вот, мы с вами скушали. Ой-ой-ой, теперь нужно валить отсюда, друзья мои. Нужно как можно быстрее валить. Так, хорошо, теперь вот мы можем ускориться с помощью треугольничка. Что мы теперь можем сделать? Теперь мы можем кого-нибудь подрезать. Давай, подрезаем. О, нет, эту не можем мы подрезать. О, вот это вот я могу скушать. Елки-палки, у маленького врезался, совсем маленького врезался. Так, ребятки, нам нужно с вами звездочки искать. Если мы с вами найдем звездочки, все будет хорошо. Все будет очень замечательно и круто. Да, кстати, ребятки, здесь у нас червячки врезаются даже не после того, как они врезались прям в вас, а когда они стали недалеко от вашего хвостика. То есть, если вот вы повернетесь, да, вам даже не нужно врезаться в червячка, если вы просто вслед врежетесь этого червячка. И все на этом, друзья мои. И на этом будет все закончено. А вот кого я сейчас кушаю. Привет, дружище, привет, дружище. Ну же, иди сюда. Нет, я отошел. Видите, он был очень большой червячком, но я его скушал, я его взял, кусочек съел, и все. И я теперь стал очень-очень большим. Давайте ускоряться, как-нибудь ускоряться. Елки-палки, тут меня тоже немножечко пооткусывали. Немножко меня пооткусывали, немножечко покусали. Нужно как-нибудь валить отсюда, ребят, чтобы меня никто сейчас не съел. Давай ускоряемся, валим. О, у меня звездочка. Привет, ребятки. Ой, они и меня еще тоже покусали. Да что ж это за игра такая? Просто нереально крутая игра, друзья мои, правда же?
Вот, мы с вами немножечко еще покушали. Ой, там звездочка была. Давайте валим, 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 а то нас сейчас съедят. Ну что ты будешь делать? Вот я уже большим червячком прокачался, но маленький игрок взял себе звездочку, скушал, и все, и он стал очень-очень сильным. И он меня просто-напросто съедает, поедает и просто-напросто разрывает. Вот такой вот маленький червячочек. А ну давайте мы еще посмотрим, что у нас тут еще может быть. Вот тут еда, я уже вижу, прям вижу эту еду, которую я сейчас ем. Айди сюда, красавчик, да, друзья мои, все. Его уже нету. Давайте мы посмотрим, что у нас тут может еще быть. Какая у нас тут может еще быть дополнительная вкусненькая еда. Привет! Привет, дружище! Так, друзья, надо как-нибудь постараться выбиться в лидеры, как-нибудь постараться выбиться в люди, в топы, но не получается пока что, потому что как только я набираю массы, мне сразу же какой-нибудь чувачок с этой вот радугой просто-напросто отрезает. О, вот он, вот он, вот он! Друзья мои, Валь, отстань от меня, ну отстань же от меня, что ж ты хочешь? А, он ускорился, я понял, он ускорился, короче, друзья. Он ускорился, ну ладно, я сейчас чуть-чуть поем, а вот у нас есть моя змейка любимая. Привет, дружище! Привет, я сейчас вам всем тут покажу, где раки зимуют, да, друзья? Смотрите, по кусочку, все покушал, всех поел, и нормуль, просто нормуль. Так, кого же тут еще? Вот еще звездочка. Здесь нужно эти звездочки собирать, чтобы меня никто не ел, чтобы меня никто не съел, а мне нужно эти звездочки собирать. Итак, сколько же я взял уже на короняк массы этой? И, да ладно, меня тут только что скушали, да, меня только что подрезали и скушали, но у меня была звездочка, и это мне как бы ничегошеньки не повлияло на то, что они меня там рубанули, либо съели, обратно звездочку мы взяли. Друзья мои, если я вот так вот буду брать просто одни звездочки, то все, это, грубо говоря, успех, потому что ты просто-напросто всех разрезаешь, а тебя никто не может тронуть, потому что все звездочки ты поел, какие тут были ближайшие. Все, я обратно взял звездочку. Привет, дружище, привет, дружище. Да ладно, скушал меня. На тебе, на тебе, на тебе, ребятки. Вот так вот с вами мы будем. Вот вы видели, ребятки, я обратно же понабирал нормально массы. Очень много массы я набрал, но не получилось мне 5, я не знаю, я там выбился, наверное, в лидеры немножечко, но не так уж и много, как хотелось, потому что получились другие червячки, меня просто-напросто поподрезали. Давайте мы с вами другой еще возьмем вот такую какую-нибудь жабку. Непонятно, что это такое. Жабка-червячок у нас, глазастенькая такое будет. Вот мы... давайте этим вот скинчиком поиграем. Так, нужно чуть-чуть поесть, а то у меня очень-очень мало, не могу я разворачиваться. Ого-го, как я их, ребята, как я их рубанул-то, правда? Очень, о, теперь надо валить, 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 валить. Да нет, отстань от меня, какой же ты плохой. Очень плохой, друзья мои, этот вот червячок взял мне и подрезал всю мою массу практически сразу, он рубанул, представляете? Давайте, глазастенький червячок мой. Ай-яй-яй-яй, ну тут, конечно, лоф-лоп, он был просто потяжелее, чем я ничего не мог сделать. А вот тут еда моя еда, давай ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Ускоряйся, звездочка! Да, ребятки, я все-таки взял эту звездочку. Я наконец-таки взял эту звездочку. Все, ребятки, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Смотрите, как мы их просто-напросто всех кушаем. Всех обязательно. А, теперь валим, 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 ребят, валим. А то тут сейчас еще и меня могут подрезать, если честно. Главное, не попадаться вот этим радужным этим червячкам. Главное, чтобы они на меня не нападали. Главное, чтобы они меня не ели, и все будет хорошо и замечательно. Так, отстаньте, отстаньте, отстаньте. Да ладно, да ладно. Это просто жесть, ребятки. 3 в 1 получается, 3 червячка в одну радугу сплелись просто-напросто. И все были радужные и друг друга кусали за хвостики и вот таким вот образом и качались. Ну вот такие вот у нас вот здесь есть ускорения. Вот обратно же я взял. А вот звездочка, звездочка, звездочка. Здесь яма нереально самая крутая звездочка. Нужно как можно больше эти звездочки набирать, и все будет хорошо и замечательно. Так, теперь валим, ребят, валим отсюда, а то там уже наша звездочка пропала, а кто-то подобрал новую. А вот еда моя маленькая. О, не-не-не-не, еда не маленькая. Еда не маленькая, потому что он взял звездочку очередную. И я взял звездочку. Ну все, ребятки, ну все, теперь мы с вами его покушаем, всю еду. Ай, он мою покушал еду. Да что ж ты будешь делать? Он мою кушает еду. Я его кушаю. Грубо говоря, тело друг друга поедаем просто-напросто. Он хотел меня только что подрезать, какой плохой, плохой. Какой же ты плохой, ребят, валим отсюда, валим, а то тут радужный еще очередной. О, мы взяли с вами звездочку. Привет! Привет! Привет, привет! Ах ты ж какой ты плохой! Вы видели, ребятки? Я его покушал, а он меня. И все. Вот тебе и на. Я его скушал, а он скушал меня. Так, надо как-нибудь еще звездочку где-нибудь одну найти. Тут, конечно, ускорение у нас. Фу, чуть было не врезался. Ускорение это очень хорошо, но нужна звездочка. Где наша очередная звездочка, которую мы сможем с вами покушать? Оп, хорошо. Как я вовремя это все делал. А вон 2 звездочки. Вот одна и вот другая. Привет! Кто ты там? Где ты? Привет! А вот ты где, да? Вот ты мне хотел съесть, ребятки. Вот он где. Сейчас мы с вами ему покажем, где раки зимуют. Да, привет, дружище. Все, мы его съели. Вот этому червячку, который мне тут постоянно мешался, который меня старался скушать, мы его с вами, ребятки, сами скушали и съели. А-а-а! Да что ты будешь делать? Ты что, съел мою кушанье? Мою кушанье, мою вкусненькую еду съел? А, я уже не подсвечивался звездочки, поэтому врезался в него. Ну ладно, давайте новый костюм возьмем.
Это у нас какой-то непонятный глазастенький костюмчик. Так, ты у нас, наверное, то же самое делаешь. Ребят, они, наверное, все одинаковые. Эти вот, у них одинаковые. Давай, хоть кому-нибудь укушу. У них одинаковые способности. Единственное, что у них разное. Так, это, давай, ускоряйся. О, хорошо, еще успел я тебя укусить. Еще немножечко успел я тебя укусить. И что? И все, да, дружище? И все, и ты погиб. Нормально. Мы его с вами съели. А, в лобик, прям в лобик. Посмотрите, сколько мы с вами вкусненького покушали. Так, нужно валить, ребятки. Нужно оттуда валить. А то там есть много-много других червячков, которые очень-очень сильные, которые уже скушали эти вот радужные эти звездочки. Так, вот хорошо, съели мы, немножечко с вами покушали. Отстань, он меня, получается, мое же тело, ребятки, ем, потому что он меня подрезал, чуть было не съел меня полностью всего. Так, валим. О, еда. Нет, не еда. Ой, ребятки, осторожно. Тут меня не ту кнопку мыши чуть-чуть зажал и начали всякие... ненужные оконышки. Так, где нам звездочку еще найти? Нужно звездочку какую-нибудь найти вкусненькую. Привет, ребятки. Привет. А вот звезда. Дай мне. Да, ребятки, да, вот все, она моя. Привет, дружище. Ну давай, мы с тобой еще тут с вами потусуемся. А, елки-палки, ребятки, у меня тут пропала звездочка. Нужно найти новую, нужно срочно. Вот она, звездочка моя любименькая. Смотрите, какой тут просто нереальный кирдык, ребятки. Я тут, получается, многих покушал. Меня тут тоже многие начали уже кушать. Но тут было две звездочки, и каждый старался скушать другого, просто-напросто откусывая кусочки. Так, ну да, пока нормально. Почему я не ускоряюсь? А вот моя звезда, вот она, звезда моя уже есть. И теперь мы можем с вами ску... Ах, ты ж плохой какой. Иди, я тебе хоть кусочек поем. Да, вот такими вот мы с вами сейчас кусочками будем его всего... А, ребятки, как мы ему в лобик прям в самый лобик и ускорились. Иди сюда. Да, ребятки, это, конечно, идеально. Пока что вот этот вот мой скинчик, он самый-самый... наверное, удачного для меня. Ах ты ж. Ага, ну ладно, на тебе за то, что ты меня хотел съесть, да? Вот он хотел меня скушать, оказывается. Привет. Еще будешь мне есть? Давай. Хотел меня съесть, какой негодник, да? А, ребятки, валим. Нет, не ешь меня. Взял мое тело, просто-напросто откусил. Отстань! Нет, ребят, он, конечно, был очень и очень большой. Тут я ему просто бы ничегошеньки не смог сделать. Ладно, давайте еще один вот такой вот возьмем с вами. Так, скинчик. Так, интересно, ребятки, а если мы с вами возьмем вот такой вот, или возьмем себе викинга, значит, что мы будем? С викингом на голове, что ли? Ого, ничего себе, посмотрите, у меня шапка викинга на голове. Ничего себе, вот это, конечно, нереально круто. Я теперь уже викингом стал. Что-то викинг у нас несчастливый. Давайте мы с вами что-нибудь другое возьмем, какого-нибудь другого чувачка. А можно коронку даже одеть? Ну, давайте мы попробуем, если с коронкой мы будем. Я буду с коронкой. Да, друзья мои, ничего себе, я тут могу даже с коронкой быть. Ёлки-палки, это просто нереально круто. Давайте мы сейчас с вами выберем себе, наверное, скин еще один под. Подходящий. Это просто первый раз я, друзья, играю эту игрушку, она мне очень-очень нравится. Подходящий мы себе сейчас скинчик возьмем и возьмем себе подходящий. О, звездочка моя любименькая. Привет, ребятки. Привет, ребятушки. Привет, мои маленькие ребята. Ах ты ж, какой же ты плохой, чувак. Ну что же я тебе плохого сделал? Зачем ты меня откусывал потихонечку? А, валим, ребят, валим. Там вот много-много других червячков, которые скушали уже, покушали уже себе... еды. Так, ладненько, ребятки, что же нам тут делать? Вон звездочка моя, дай. О, все, ребятки, я себе скушал звездочку. Теперь я самый нереально крутой чел, который только может здесь быть. Я сейчас только буду кушать звездочки и просто-напросто вот поедать других червячков. Нет, пожалуйста, не ешь меня. Ах ты ж ты плохой. Ну вот все, на. Он, короче, скушал мою массу, а я взял и скушал его массу. Вот так вот тебе и будет надо. Чтоб ты знал, как есть других больших червячков. Какой же ты плохой? Вот у нас тут красный еще есть у нас. Хорошо, я вроде как вырулил. Обратно выруливать надо. А нет, теперь не надо выруливать. Теперь можно вот так вот это все поедать. Ам-ням-ням-ням. Прям с хвостика скушивать это все, да? Прям с хвостика я могу кушать любую змейку, представляете? А... Ой, блин, у меня уже не было, ребятки. У меня уже не было, не подсвечивалась моя... мой вот этот вот цвет. Давайте мы с вами выберем вот такого себе скинчика, да? Вот таким вот скином я попробую играть. И давайте мы возьмем себе вот такую вот крутую шапку. А ну, поменяется у нас все или же нет? Нет, пока что не поменялось. Нам нужно, наверное, и скин отдельно менять, немножечко поиграть, да? А, вот звездочка моя. Не получилось. Нужно и скин менять, скорее всего, и нужно менять себе шапочку отдельно тоже. Ну ладно, пока что мы с вами вот таким вот червячком поиграем. Вон там вот была моя еда. Ладно, я не успел, зато успел подрезать другого червячка. Так, ребятки, вот звездочка, вот она, вот.
вот она, звездочка моя маленькая. Вот еще одна звездочка. Что ты хотел звездочку скушать? А вот, ребятки, привет. Привет, 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 привет. Ха-ха-ха. Да, ребятки, вот такая вот нереально крутая у нас получилась сегодня игра. Вообще крутой. Крутой скинчик у меня. Вообще очень-очень сильный. Главное, чтобы меня там никто не резанул. Главное, звездочки просто-напросто собирать и все. Смотрите, я его прям поедаю полностью с хвостика его скушал. Он вообще не мог никуда двигаться, не мог никуда убежать. Я его просто-напросто с хвостика скушал и все. Так, нужно как-нибудь найти еще себе дополнительных вот этих вот звездочек. Вот они. Да, круто, ребятки. Вот это моя звездочка. Нереально крутая. Привет, ребятки. Привет, мои маленькие ребятки. Ой, какая вкуснотень. Какое вкусненькое все. Какое все у меня вкусненькое, да? Вообще нереально круто. Вообще. Не, ну тут между двумя мне зажали. Я бы ничегошеньки не смог сделать. Давайте мы попробуем еще каким-нибудь скинчиком поиграем. А если вот я выберу тебя, тогда что будет? У нас поменяется скинчик или не поменяется? Да, он у нас поменялся. Посмотрите, правда, у меня шапочки нету. Сейчас надо будет шапочку отдельно выбирать. Но скин нереально тоже крутой. Ого-го. Так, можно этим скином тоже, ребятки, играть. Очень даже долго можно этим скином играть. Привет, привет. Как я их всех, ребят, покушал, да? Звездочка моя, я всех кушаю. Ребят, вот если вы здесь будете играть в эту игру, все, что вам нужно делать, это просто ловить звездочки и вот эти вот треугольнички для ускорения. Вы поедаете звездочку, восстановите. Просто нереально крутым, вас никто не может съесть, а вы можете поедать всех остальных других. И после этого вы себе, друзья мои, просто ускоряетесь, врезаетесь в какое-нибудь тело какое-нибудь другое, да, какого-нибудь дополнительного другого игрочка, и все, и поедайте его. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. И все, ребятки, вот она, моя звезда. Вот еще одна моя звезда. Так, нужно кого-нибудь найти и скушать. Привет, моя радость. Привет, моя вкусняшка. Привет, и ты, моя вкусняшка. Привет, и ты, моя вкусняшка. У меня одни вкусняшки, ребят. Ой, елки-палки, ребят, я не увидел, у меня уже обратно не подсвечивалось. Вот есть одно. Один недостаток, когда вы играете, да, за вот этих вот птичек, не за птичек, а, о, можно сомбреро одеть, например, буду сомбреро, от этих вот червячков, так это то, когда у вас пропадает эта вот радуга, подсвечивалась которая, да, то вы, получается, просто не видите, вы уже активный или неактивный. Ну ничего, давай я сейчас попробую скушать, о, как я вовремя их подкушал, как я их круто скушал, ребят, ну вы это видели, правда же, скажите, что вы это видели, ребятки, пожалуйста, поставьте лайкусик за такую вот крутую игру, просто нереально, ребят, крутая игра, я думаю, что я в нее буду играть еще очень-очень много-много раз. Если вы поставите много лайков, если этот ролик наберет много лайков, мы обязательно с вами поиграем еще в эту вот нереально крутую игру. И все уже скины с вами испытаем. А вот еда, вот моя еда. Так, треугольничек мой. Круто, треугольничек мой есть. Теперь мне можно кого-нибудь подрезать. А нет, туда нельзя. Я хоть увидел с правой стороны, что тут радуга идет. Я уже испугался, думал, что нужно куда-нибудь делать ноги, соответственно. Так, вот это вот мы покушаем. О, треугольничек мы покушали. Все это мы с вами кушаем. Не-не-не, только хвостик не нужно врезаться. Итак, ребятки, здесь у нас есть три способности. Это такое большое типа сердечко, большой такой шарик в виде сердечка. Вот если вы его скушаете, вам дополнительная масса нормально дается. Потом треугольничек, вы ускоряетесь, и звездочка, вы становитесь просто нереально крутым чувачком, просто нереально крутым червячком, и можете делать абсолютно все, что угодно. Вы можете разрезать других, вы можете врезаться в кого хотите. Вам это как бы не повлияет ни на что, потому что вы будете просто самым-самым крутым, когда возьмете вот эту звездочку, вы будете цвета радуги таким вот нереально-нереально крутым чуваком. Вот как вот этот вот только что черненький был, а теперь он, ребятки, пропал. Ну ничего. А вот теперь я буду таким вот, смотрите, я уже радуга. Привет, дружбан. И вот я только что этого чувака слил, который был большим и очень сильным. Привет вам всем от меня. Вот еще одна звездочка, здорово, братан. Да, круто, друзья мои. Просто нужно поедать звездочки, поедать решеточки, треугольнички, поедать вот эти вот всякие вкусняшки, которые тут у нас есть. И все, и вы просто-напросто нереально крутой и нереально сильный червячочек. И вас никто не сможет съесть. А вот вы можете есть кого угодно и где угодно, то есть это без разницы. Ребят, привет, привет еще. Ой, ничегошеньки себе, он мне, получается, обрезал. Давайте я свою массу попробую забрать. Забираем массу, и главное забрать нам звездочку. Да, друзья мои, звездочку мы забрали, теперь я буду нереально крутым. Я вот такой вот чувачок на сомбреро. На сомбреро такой вот червячочек маленький, очень-очень крутой, да? Вообще нереально крутой. А, нет, не ешь меня, пожалуйста, ну что же я тебе сделал? Взял и кусочек от меня съел. Ага, ну давай, давай, мы с тобой сейчас поиграем, да? Ты такой вот плохой и злой был чувак. Так, мне нужно ускориться и скушать. Давай валим, ребятки, валим отсюда, чтоб еще нас никто не подрезал. Вон там звездочка моя любименькая. Не ешьте мою звездочку. Привет, братан. Да. Здорово. Привет. О, смотрите, как можно им хвостики круто откусывать, да? Опа, обратно хвостик откусил. Опа, обратно сейчас хвостик откушу. Вообще круто, вообще крутяк. Здорово. Ну сколько у тебя там звездочка будет активна? У меня она, получается, чуть-чуть поактивнее будет. А, я прям хвостик резался зелененьким. Ну ничего, ребятки, друзья мои. Все равно у нас все получилось. И смотрите, сколько много мы с вами набрали очков. Ребятки, если вам понравился этот ролик, если вам понравилась эта игрушка, обязательно поставьте мне лайкусики. И, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Кто
этого еще не сделал. Дальше у нас будет много прикольных роликов. Спасибо, ребятки, всем за просмотр. А на этом пока что все. С вами был Олеандр. Всем пока, ребят.